Алло, Света, да, все нормально. Да, обещала перезвонить, мы пришли домой. Ага. Мама, а что у нас на ужин? Да, мама, что мы будем сегодня кушать? Света, подожди. Кушать на ужин? Кажется, я совсем про это забыла. Мам, ну как так? Мы что, останемся голодными? Так, ладно, дети, давайте устроим сегодня праздничный ужин. Я закажу набор суши и роллы. Ура! Суши, роллы! Мама, здорово! Забывай почаще готовить нам ужин! Я обожаю роллы и суши! Ура! Роллы и суши! Мам, а что это такое, кстати? Роллы и суши. Мам, а еще долго ждать? Здравствуйте, а вот и я. Принес вам ваш сет. Получите, распишитесь. Приятного аппетита! Объедение! Ребята, а вы любите роллы или суши? Напишите нам в комментариях, нам очень интересно. Я, пожалуй, попробую вот... вот это... вот так. Макс, ну можно и так? А можешь посмотреть, как это делаю я, и научиться кушать палочками. Ладно, Кать, я сейчас наемся, а потом посмотрю, как это делается. А сейчас, дорогие друзья, посмотрите, как можно сделать вот такой набор суши и роллов своими руками, легко и просто. И, кстати, это необычные суши и роллы. Они все сладкие, со вкусом конфет, бабл-гам и карамели. А соевый соус из шоколада. А мы сейчас их с вами сделаем. Для этого мы заказали на Алиэкспресс вот такую вот коробочку, внутри которой вот такой интересный пакетик. Внутри пакетика у нас есть различные маленькие пакетики, все разных цветов. Представляете, из одного какого-то из этих пакетиков можно сделать икру. О, а это, наверное, соевый соус. Сама упаковка тоже является инструкцией. Поэтому мы ее разрезали и постелим на стол, как скатерть. Здесь есть вот такая лопатка и вот такая вот пипетка. Итак, сначала мы берем вот этот голубой пакетик. И высыпаем его в первую ванночку. А теперь добавим воды. Это, как я понимаю, будет наш рис. Сейчас давайте попробуем сделать икру. Это очень прикольно. Сейчас вы сами все увидите. Вот сюда, в эту маленькую ванночку. Берем зеленый пакетик и высыпаем его ванночку с буквой А. Добавляем водичку. И во вторую ванночку тоже добавляем воду. Здесь какая-то прозрачная жидкость, такая голубоватая. Мы берем вот эту пипетку, набираем туда вот эту красную жидкость и по капельке отпускаем вот сюда. Мы делаем с вами красную икру. Сейчас мы возьмем еще два пакетика. Это будет наша рыбка. Вот сюда. К нашей рыбке. Рыбка здесь должна быть желтенькая, да, точно. И последнее, что мы делаем для наших суши, это соевый соус. Для того, чтобы сделать нужного размера, здесь на упаковочке есть специальная лента. Ну что ж, а теперь давайте приступим к изготовлению самих суши. Возьмем немножко риса. Наш ролл готов. Осталось украсить его красной икрой, которую мы сделали.
Смотрите, она реально как настоящая. Выкладываем ее аккуратненько. Наш ролл. Сейчас мы сделаем две суши. Одну сделаем с красной рыбкой, а вторую с желтой. Посмотрите на этой рыбке, даже как на настоящей, есть вот такие вот полосочки. Кладем вот так вот сверху. И теперь с желтой. Для того, чтобы сделать наш последний ролл, мы вот так раскрошим нашу красную рыбку и желтую. Сначала возьмем красной и вот так вот сверху ее кладем. Теперь берем желтую и... Ой, чуть-чуть туда не положила. Красной. Так, и украшается это все красной икрой. Смотрите, как здорово у нас получилось. Если вы тоже хотите сделать такие суши и роллы, можете приобрести на Алиэкспресс такой наборчик. Это очень прикольно и увлекательно. А сейчас отправим этот набор в нашу веселую семейку на их праздничный ужин.